абсолютно противоположно того, что ты слышала. Конечно, естественно. Слушайте, давайте еще что-нибудь споем. Давайте споем, давайте вперед, выйдем. I love you and only you, baby. Hey, I'm ready now. Wake up, wake up, somebody's sending you back. Somebody's sending you back. What do you want now, damn it? What? Really? Hit me with the super bass. Okay, I'll hit you with the super bass. You got it? That's not a bass guitar. I'll just send you a lead guitar. That's better. What is up, YouTube? How are y'all doing? Yeah. The show must go on. Hey, Miss Diana. Hey, little beautiful. She done grew up to be incredibly singing. A singer. I used the wrong verb to actually get my point across. Anyway, hey, y'all hit that subscribe button, hit that bell. Let's check it out. Do your thing, girl. Take your time. Do your thing. Yeah. Rue inside my heart is breaking. My makeup.
left-handed lead guitar player, left-handed. Fairy tales of yesterday. Show must go on. События, события, события! Две сильные женщины, сильные вокалистки. Ирина Дубцова, Диана Анкудинова. The show must go on. Привет, девочки. Ты чего трясешься? Ну, конечно, такую песню успеть. От духоты. Ну, вообще, конечно, вы дали жару. Потому что сложнейшая песня. Просто невероятно. Вот у Дианы до сих пор руки трясутся. Я не знаю, это то ли от того, что такую песню исполняла, то ли потому, что Иру увидела и в шоке. Да, меня вообще не очень стоит неожиданно бояться. Нет, тебе бояться. Ответственность какая? С Ириной Дубцовой петь. Диана обладательница уникального, абсолютно уникального голоса, неповторимого. И очень здорово, что ты семимильными шагами идешь к Олимпу шоу-бизнеса. Да. Молодец, поздравляю тебя. Спасибо большое. Да, но это был взрыв просто. What are we living for? Нет, он еще скакал. Спой, пожалуйста, как ты пела. Просто совершенно противоположность. Empty spaces. Понимаешь, абсолютно противоположно тому, что ты слышала. Конечно, естественно. Слушайте, давайте еще что-нибудь споем. Давайте споем, давайте вперед выйдем. Так, Ир, давай твою песню споем. О, давайте вот эту вьюгу, да. Вьюгу. Где-то там за окном ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Три, четыре. Песня исполнялась таким впервые. Потому что уже в нашем возрасте, Сережа, вот эта фраза «люби меня долго-долго» имеет другой смысл. Чтобы больше не было больно-больно. Ну или кому как нравится. Так давай споем твою песню. Да, пожалуйста, ради бога. It doesn't hurt anymore. У меня, кстати, новая выходит. Но мы сегодня Лазарев опять мне будет писать и говорить: «Дубцова, ты зачем такую классную песню опять написала?» Да, Сережа? Опять не для меня. Я, кстати, тоже обожаю эту песню. Ну, здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так долго тебя ждала. Yeah, you sing it, girl. Счастье просто дома, просто с тобой, вот просто. И как я для тебя жила. Люби меня долго. Невозможно, чтобы не в каске Бога воды свои несла. Ну как я тебя ждала. Долго-долго-долго-долго-долго.
My man singing. Музыкальный шабаш какой-то у нас получается. И опять мы Абба. Диана Анкудинова, Ирина Дубцова. Украшение нашего сегодняшнего эфира. Спасибо большое. Круто, Ирина. Вау. Дианочка, я так рад, что у тебя все так хорошо складывается. Удачи тебе. Вау. Фантастический вокал. Украшение нашего выпуска. Браво Ирине и Диане. Они зарядили нас такой энергией, что хватит еще на 100 дуэтов. А пока шоу продолжается. Man, that girl singing. I don't know who that was with her, but she is beautiful. And she has a beautiful voice. Golly, I love that power in the voice. Hey, I'm gonna get on up out of here. Y'all take it light, take it slow, tell her Mike Cross. Told you so. Peace out.